Туя Западная Брабант сегодня в нашем обзоре. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать еще об одной позиции в нашем интернет-магазине питомника «Хвойный дворик». Это туя Западная Брабант. Она практически вся уходит самовывозом. Это лучше приехать сюда, выкапывается она с комом. Размер ее, ей еще расти, ну вот, 70 сантиметров, от 70 до метра. Там есть и метровые саженцы, и, ну, там у нас 70-90 стоит. Ну, еще месяц ей расти, поэтому, уважаемые друзья, то, что сейчас здесь еще вырастет где-то примерно на сантиметров на 10. Да, вся информация по этой позиции будет на сайте, конечно же. Это просто видеообзор. Потом, она очень хорошо идет на изгороди. У нас есть видео по изгородям туи Брабант. Очень хорошо стрижется, очень хорошо из нее делаются фигуры. Прекрасный экземпляр, в принципе. Метр 10, 70 сантиметров. Ну, цена одна и та же. Ну, практически они все по 70, по 80 сантиметров. Ну, еще 10 сантиметров учитесь, что она прибавит. Ну, на этом обзор туи Брабант закончен. Всего доброго, удачи, с вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик».